Даугавпилсская чайка. Вот мы ее и засняли. Вот даже орут они. Всем привет! Мы тут приехали в Даугавпилс сегодня. Вот по работе, конечно, но мы и работу с полезным, как говорится, тоже надо совмещать. Так что сделаю небольшое видео про Даугавпилс. Что-нибудь покажем, расскажем. Гостиницу покажем. Эту парк хотел. Наверное, так называется. Парк хотел Латгола. Латголя. Вот. Так что ладно, поехали. Тут мы в Курше сейчас были. Сейчас вот поедем по... Даже не позавтракаем, а пообедаем. Перед тем, как ехать работать дальше. Ну и дорогу посмотрите чуть-чуть. Как тут, что тут выглядит. Мы тоже сюда часто не приезжаем. Поверните налево. Ну и сравним, какие дороги в Даугавпилсе и насколько они лучше рижских дорог. И цены на горючку намного дешевле, где-то на 5 центов отличаются от рижских. Пока дороги, кстати, неплохие, как заехали. Вполне нормально. Кратеров нет. Чтоб вы видели трамвай. Вот видите, трамвайчик прикольненький такой, интересный, ходит. Какая-то церквушка, да, католическая. Видим Даугавпилс с 10 этажа. Вот мы сейчас пойдем пообедаем сюда вот. Покушали за 5,90. Вкусно же было, да? Вкусно. По-домашнему вот, такая, да. Домашняя кухня хорошая. Так что даже можете и с улицы приходить и спокойно, тут. Да. На 10 этаж поднимаетесь, да, и ням-ням. Угу, каждый день. Даже. Каждый день. Вот, видите, лифт, телевизор. Только да, ничего не показывает. Не но да. Есть. Мы приехали на эти, как они называются? Крепость Даугавпилсская. Вот сейчас мы пошляемся, поснимаем. Вам покажем чуть-чуть. Бесплатно. Мы заехали там через туннель, видите, видите. Там и тут бесплатно ставишь везде. Музей Ротко, вот это знаменитого художника. Потом там будет вначале находиться. Но мы до туда еще дойдем, пока мы только заехали, пойдем по окрестностям гулять. Там должны вроде и пушки быть. Еще что-то. Пошли. Что у нас времени немного, надо везде успеть. Небезопасно, то есть может здание обрушится. Наверное. Ну хотя выглядит. У нас, блин, в Риге-то здания бывают. Похуже этих.
написал, сказали, что они будут приводить все это в порядок и будут реставрировать все это. То есть это крепостью закончилось. И здесь будет элитное жилье. Ничего себе. Это... Уже тогда бесплатный въезд не будет, да. Тогда все это будет очень дорого стоить. Единственное, что нам все не мешает, это дождь, как всегда, блин. Где не надо, там дождь. О, ребята, нашли какую-то пещеру. Вроде знаков нет, что залезать нельзя. Мы попробуем зайти, посмотрим. Непонятно, что тут было. Туалет? Они отсюда стреляли, отстреливались, я понял. Смотри, ты ставил ружье, тут узкие окна, получается, ты ставил здесь ружье, и отсюда он вел огонь. А, точно, нормально. Ну, вот, получается. Посмотрите. Что там, главное, телефон, чтобы не упал. А, там дорога. Здесь оттуда наступали, получается, а тут отстреливались. Прикольно. Разруха там. Что-то было. Бутылки от пива. Там кто-то залезает, бухает. Вот, все заброшено. Раньше жизнь, наверное, тоже кипела. Сейчас уже ничего не кипит. Все, как видим, разрушено. Стекла везде выбиты. Внутри там видно, где-то были какие-то душевые, всякая всячина. Все что. А сейчас уже там ничего не видно. Вот какой-то парк тут посередине. И там пушка какая-то. Подойдем, посмотрим, что там за пушка. Чем стреляет. 1918, да, какие-то пушки типа, которые уже давно не стреляют. Может, раньше фонтан был из них сделан. Фиг его знает. Снаряды. Видишь, полицейский участок с пушками. Так что, не уебывайся. Что самое интересное, что в этой крепости еще жилые дома внутри. Где реально люди. Пятиэтажки, где люди живут. Так что это как бы и, скажем, как что-то такое. Район такой, как райончик. В городе, городок, в большом городе маленький городок. В крепости. Защищен. Вот такая вот фигня. Тут даже два магазинчика есть. Можно жить. И там продается вкусное мадонское пиво. Командант ел. Улицы такие. Офицеры, командант. Еще советских времен остались реквизиты. Бавария. Реклама пива типа. Вот в этом здании музей. Там можно все что про Первую мировую. Вот, и дошли мы до улицы самого императора. Тут видите, пушка. И это получается что? Ты говорил? Это как центр крепости. Центр, центр крепости. Где проводились все гуляния. Вот магазинчик тут есть тоже. Опять же пятиэтажка. Ну, пойдем посмотрим. Это, наверное, пушка еще с Первой мировой. Автобус ходит сюда, кстати. Могу вам расписание показать. Можно приехать сюда. Да, вот, чтоб вы знали. Сейчас считайте, что что-то проезжает. Да. И летом, наверное, прикольно. А тем, кто живет, вообще идеально. Вышел, как в музей. Живешь в музей. Сейчас еще покажем. Уже скоро поедем мы в СПА дальше. Там еще заснимем. По плану, да. Там что-нибудь... Может быть, заснимем, чтобы вы видели. Это такой мини-обзор. Вот когда летом приедем, покажем еще, где тут купаться классно. И так далее. Что-то больше сами, может, узнаем, еще расскажем. Там особо много ничего не знаем про эту крепость. И вообще про Долгопилс. Конь. Да, там выставка. Там солдат. Тут уже к Велденам готовимся. Яйки.
тут уже, видите, площадь, с пушками, с ядрами, там уже, уже ходит уже с гидом, что-то рассказывают увлекательное, наверное. О, и там пушки, кстати, можем подняться, посмотреть. Вот такое здание, там ворота такие большущие, там дальше. Все перекрыли, выше залезть даже не можем. А нет, там они тоже закрыли. Какие? Все перекрыли. Вот отсюда здание огромное. Такая пушка. Пушка. Вот такие. С такими ядрями. Ядрёна мать, блин. Ну, пушка, конечно, видно, что тут уже оболочка точно. Много чего не хватает. Ни колес, ничего. Вот сюда запал был. Бу-бух. Все, ребят, побежим мы, поедем спать, что-то холодно. Противно сегодня тут. Не везет нам, да? Как-то дождик можно. Ладно, подойти. Поехали, погреемся. Подъезд к гостинице спа, конечно, жесть. Тут, если так подумаешь, если так едешь, откуда ты думаешь, блин, все дороги хорошие. Серьезно, гостиница, блин. Да. Она еще работает. Офигеть, конечно. Нет, это да, какое-то здание. Олимпия, видите, пирс, бассейн. Все возможно, что мы там будем единственные. Ну, сейчас увидим. Просто вот по Дагуэпилсу, честно говоря, к дорогам особо не придерешься. Да, но вот тут очень хорошая. Вот тут, извините меня. А вот съехал, получается. И во дворах дорога хорошая. Вот если проехать вот по дворам, то тоже, тут тоже очень дорога хорошая. Лучше, чем у нас. Гораздо лучше, чем у нас во дворах. Но вот есть отдельные места, где вот, где не ухаживают. Извините, да. Как-то так. Так, куда нам? Направо. Направо. Лучше знаешь. Ну и все, ищи место. Вон она парковочная. Сейчас кто-то выехал. А где гостиница? Вон она. Класс. Вот, ребята, приехали мы в спа. Вот такая гостиница. Тимофей сказал, что мне понравится. Сказал, что очень понравится спа. Колючая проволока, чтобы не сбежать. Ну что, пойдем? Прям как в советское время вернулся. Да, да. Еще выше? Еще выше. А, ну видишь, тут кафешка, да? Это никогда не было, но... Понятно. Тихо. Потому что она какое-то определенное время работает. Третий, да? Да. Или еще выше? Да, ну, третий. Вот. Что, под душ? Там душ. Реально, ребята, это еще классика. 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 О, душики. Видите? Пахнет. А туда заход, да? Оттуда? Да, через это. Дальше проходишь и выходишь в бассейн. Хопа! А там что? Там туалет. Дай-ка я посмотрю, в Олимпии какой туалет. Он просто... Но он есть. Ладно, переодеваемся. Стриптиз бесплатный. Третья полоса полностью. Если не хочешь. Потом там есть финская баня. Сауна. Там еще есть турецкая баня. Сауна. Слому пирс. Финская. Там сразу включается. А ну это. Потом. Это инфракрасная. А, еще и сал спирт. И еще и соленый парень. Вот видите,
5 бань. Ну что, ладно? Видите, везде есть эти души. Душа, помыться, душа осталась. Пойдем, короче, мы отнесем мобильники, пойдем в баню сначала. Наша гостиница на сегодняшний вечер, видите, там на 10 этаже мы сегодня хавали, паркинг, вот. Дождь весь день отлил, так и не погуляли. Вот такая гостиница, ну вот, заходите. Такой небольшой, сейчас покажу, вот. Такой номер, заходишь, есть чем греться, оказывается. Телефон, плоский телевизор, тумбочки, куда вещи сложить. О, двойная кровать, но я буду спать один. Зеркало, конечно же. Привет. Вот. Ванная, душ, полотенчик, все чистенько. Все есть. Здесь снова здрасте. Фен. Вот. Сейчас посмотрим, какой вид. Какой вид с окна. Возле гостиницы там стоянка дальше. Ну что это такое? У меня вид на что? У меня вид непонятно. Ни на что. Ну вот, ребята. Например, когда просыпаешься в номере и с утра смотришь через окно. Ова! А там типа небо виднеет, да? И видно, видно, ничего не видно. Видно небо, да. Там то ли этот плакат, то ли что там. Одним словом, вида не хватает. Парковка возле отеля маленькая. Вот, мы туда поставим. Вот тут нас завело в одно место прикольное. Круспилс, ну вот. Озеро такое. Смотрите, какая красотища. Вот там походить можно. Парк целый. Везде посидеть летом. Купаться, смотрите. Большущее озеро. Раздевалочка, туалет, все как надо. Так что вот, если что, кто-то может приехать. Это в сторону Мадоны. Мы вот сейчас с Даугавпилса едем.